Друзья, здравствуйте! Сегодня я, как и обещал, мы попробуем восстановить вот такой вот гелевый аккумулятор, который мы с вами, кто смотрел предыдущее видео, достали из автомобильной энергостанции GeForce DPS-17N. Вот, там мы поставили новый, а вот этот вот, который выдает вместо 12 всего 4,5 вольта, и ток которого практически равен нулю, нам, так сказать, достался для эксперимента. Вот, напомню, что этот аккумулятор 2011 года, ну и в этом году ему исполнилось 11 лет. Что нам для этого потребуется? Потребуется нам самая обычная дистиллированная вода, которую вы можете приобрести в любом автомобильном магазине или в том же супермаркете Ашан. Понадобится вот такой вот чистый шприц с иголочкой. Понадобится тестер. Мы сделаем замеры напряжения на клеммах аккумулятора до попытки его восстановить, ну и после. Вот, в качестве автомобильной зарядки у нас выступает вот такая вот вот такой вот зарядник, купленный на AliExpress. Называется он Manfara. Он полностью в автоматическом режиме, позволяет заряжать аккумуляторы как мотоциклетные, так и автомобили до 100 ампер-часов. Вот, ну и оценим, так сказать, емкость аккумулятора на всех этапах мы при помощи вот такого вот устройства. Называется оно Foxwell BT100 Pro. Он позволяет, так сказать, измерить, так сказать, эксперимент, не экспериментальным и не опытным, а теоретическим, наверное, все-таки, путем пусковой ток, который нам позволит выдать в данный аккумулятор. Кроме этого, в качестве бонуса, помимо этого аккумулятора, мы попробуем зарядить вот такой вот мотоциклетный аккумулятор. Это мой аккумулятор. В этом году ему исполнилось, сейчас скажу, тоже 8 лет. В принципе, он еще работает, но при долгом простое у него очень велик ток саморазряда. Поэтому, если мотоцикл постоит чуть подольше, большая вероятность, что он не заведется. То есть, емкость его, в принципе, упала. И если его померить сейчас вот этим устройством, оно скажет, замените-ка его лучше. Выдает он сейчас порядка, в лучшем случае, порядка 100 ампер-часов. Вот, называется он Starks Bat. Так, ну давайте сейчас я почитаю, так вот сам не помню. Так, он, значит, называется Starks Bat. Имеет напряжение 12 вольт, 10 ампер-часов. Но я его покажу поближе. Ну, что мы сделаем в первую очередь, так сказать? В первую очередь нам надо, хотя эти аккумуляторы считаются необслуживаемыми, нам потребуется, так сказать, снять вот эти вот крышечки, чтобы получить доступ к пластинам, чтобы мы смогли залить туда дистиллированную воду. Ну, поскольку у этого аккумулятора, который мы сняли с энергетической станции, вот эта крышечка сама отвалилась, то у второго нам придется немножко, так сказать, провести эту операцию принудительно. Так, ну, чтобы было видно, вот здесь вот есть специальная такая вот... Оп, сейчас мы его... Все. Тоже я ее снял. Собственно, устройство абсолютно одинаковое. Что мы здесь видим? Мы видим здесь 6 баночек по 2 вольта. Ну и то же самое видим и здесь. Поэтому сейчас я вот какое-нибудь основание положу, поскольку здесь все-таки будем иметь дело с кислотой, чтобы нас ничего не разъело. Снимем вот эти вот пробочки. Они резиновые. Собственно, они выполняют роль перепускного клапана. Если при какой-то, в каком-либо случае электролит закипит, чтобы аккумулятор не взорвался, через эти пробочки происходит сброс давления. Ну, а так в теории, что мы будем делать? Дольем дистиллированную воду и попробуем, так сказать, оценить емкость аккумулятора, насколько она увеличится и увеличится ли она в принципе. Есть вероятность того, что у нас ничего не получится. Если вот с мотоциклетом тут более-менее какой-то положительный эффект по-любому будет,
то вот с этим я не знаю. Мне кажется, что 4,5 вольта в 12 мы вряд ли превратим. Ну, сейчас я возьму все это покрупнее. Крышечки снимем, воду зальем, дадим им какое-то время постоять. Потом дольем еще воды. Подождем, наверное, с полчаса и поставим их оба на зарядку. Вот. Когда они зарядятся, еще раз померим напряжение на клеммах. Если там будет 12 вольт, то тогда попробуем оценить пусковые токи. Собственно говоря, вот это вся моя теория. Итак, приступаем. Ну что, друзья, итак, приступаем. Значит, снимаем вот эти вот резиновые пробочки. Откладываем их сразу в сторону. О, как хлопнуло разряжение. Видать, вакуум-то внутри. Так, все в стороне у нас. Теперь берем шприц. Вот, поскольку вода дистиллированная, чтобы нам сюда не занести всякую грязь, поэтому берем чистый свежий шприц, одеваем иголочку. Так, вот. Воду можете взять любую, дистиллированная, подойдет абсолютно. Я буду использовать вот такую вот. Так уж исторически сложилось, что у меня ее много. Мне ее тут подарили. Вот, берем иголочку, заправляем шприц. Вот, и в каждую ячейку, а здесь вот у нас много воды получается. Не торопясь, добавляем. Сейчас дадим постоять. Так, ну пусть она пока впитывается. Вот. Ну, а чтоб вам, так сказать, было чем заняться и более-менее интересно. Так, я сейчас возьму тестер. Просто я что-то поторопился, забыл. Я обещал показать, так сказать, напряжение на клеммах аккумулятора. Значит, плюс на плюс, минус на минус. Вот подаем, смотрим. Ну, как я и говорил, вот было первый раз у меня 4,5 вольта, но с тех пор прошло еще 2 недели, упало до 3,28. Ну, собственно говоря, пусть, так сказать, тестер будет подключен, хуже нам от этого не будет. Вот. Сейчас посмотрим, примет он воду или нет. Я-то думал, что он сухой, а он, похоже, нифига не сухой. Хотя... Сейчас. Хотя, похоже, все-таки сухой, потому что я вот подсасываю оттуда не электролит, а, в общем-то, воздух. Ну ладно, сейчас посмотрим, чем дело у нас кончится. Надо дать какое-то время, чтобы пластины пропитались водой, и тогда можно будет дальше нам туда это все доливать. Ну давайте какое-то время дадим ему отстояться, потом попробуем еще воды долить. Я пока видео остановлю, потому что здесь смотреть абсолютно нечего.
Ну ладно, пока не знаю, примет он дистиллированную воду или нет. Давайте, знаете, что сделаем? Я его пока отставлю в сторону. Пусть он здесь вот у нас стоит. И перейдем ко второму аккумулятору. Мотоциклетному. Собственно говоря, на него у меня надежды больше. Точно так же подцепляем. Снимаем пробочки с него. Пробочки абсолютно одинаковые на обоих. Вот, и попробуем точно так же. Сейчас нальем шприц дистиллированную воду. И проделаем ту же самую операцию и на втором аккумуляторе. Ну, второй, как вы видите, воду принимает гораздо активнее, чем первый. Так. Ну сколько? 20 миллиграмм уже у нас туда вошло. Так, все. Следующий. Есть. Есть. Следующая баночка. Следующая. И шестая последняя. Ну давайте посмотрим, что он нам покажет после долива дистиллированной воды. Так. Ну, как видите, как было около 12 вольт, так столько и осталось. Он показывает 11,98. Вот. Теперь его отставим в сторону и вернемся к второму нашему аккумулятору. Поглядим, как дела у нас здесь обстоят. Ну, я думаю, что вам видно. В принципе, ни одна банка на этом аккумуляторе, так сказать, воду не приняла. Так что, думаю, улучшений здесь у нас никаких, в принципе, не должно быть. Так, ладно, пусть стоит. Если дистиллированная вода будет впитываться дальше, то я долью. Я просто вижу, что на втором, на мотоциклетном, у нас водичка потихонечку, так сказать, он ее принимает. Вот две банки стали не то чтобы сухие, но вода ушла. И сколько у нас сейчас на нем было? 12 стало. Ну, собственно, как было, так и осталось. Ничего не поменялось. Так, оставляем где-нибудь на час. Пусть постоит. Посмотрим, что будет у нас дальше. С одним и со вторым. Так, вот один аккумулятор. Сейчас я второй поставлю рядом. Вот так вот. Все, оставляем их на полчаса. Пусть стоят, впитывают воду. Ну вот, друзья, прошел где-то, наверное, час. Что мы видим? Ну, тут вот у нас дистиллированная вода была долита, и, в принципе, она, ну, стоит. Доливать сюда нет смысла. Так, с этим аккумулятором, ну, сейчас я попробую чуть-чуть добавить, потому что немножко, так сказать, жидкость куда-то ушла, но совсем чуть-чуть. Так, вот в эту баночку. Она вот опять уже практически по максимуму встает сразу. Ну что сказать, вот этот аккумулятор дистиллированную воду у нас не принимает.
Ну, давайте померим напряжение, может быть, что-то мы и увидим. Так, включаем. Смотрим. Так, это вот у нас один. Тот, на котором было 3,5 вольта, стало 6,8, но... Ну, давайте его, наверное, на сутки оставим, поспорим, что изменится или нет. Вот. И второй мотоциклетный. Смотрим, сколько у нас там стало. Ну, как было, так и осталось 12 вольт. Но, в принципе, воду он принял. Так что, пока вот с этим аккумулятором, вот он, у нас прогресса нету. Я пока закрою его колпачками и отставлю в сторону. Пусть стоит сутки. Там посмотрим, что с ним дальше делать. На выброс пойдет или еще помучаемся с ним. Все, отставляем его в сторону. Пусть стоит. Может быть, исправится. Хотя, я думаю, вряд ли. Так. Ну, а этот мы сейчас поставим на зарядку. А, вот. Перед тем, как поставим его на зарядку, сейчас я к нему подключу вот этот измерительный прибор и посмотрим те изменения, которые у нас здесь произошли. Вот, напомню, что раньше... Так, раньше, ну, в смысле, при предыдущих замерах он больше 100 ампер в нагрузку не отдавал. Сейчас мы его подключим. Минус на минус. Так, раз. На плюс. Так, сейчас я поближе, наверное, возьму. Вот. Ну, как видите, показывает напряжение 12,21. Проверка аккумулятора. Вне транспортного средства. АГМ. Так, ну давайте поставим, посмотрим. Ну вот я выставил максимальный ток, который он может дать, 240 ампер в пике. Вот, раньше он больше сотни не давал. Посмотрим, что дала доливка дистиллированной воды. Стартуем. Пошла проверка. Ну, что я могу сказать? Ток возрос на 25 ампер. Раньше была сотня здесь. И если он раньше писал аккумулятор заменить, то теперь он пишет зарядить и проверить снова. Ну, давайте я его поставлю на зарядку, пусть зарядится. И тогда мы еще раз посмотрим, что у нас изменилось. Как видите, сейчас он показывает, измеряет ток 125 ампер, он отдает нагрузку. Попробуем сейчас его зарядить. Так, сейчас я туда в сторону подтяну, чтобы видно было лучше. Ну, как видите, он показывает 12 вольт. И включаем на зарядку. Сейчас мы его немножко толканем. Ну ладно, пусть постоит. Ну, как видите, тоже он емкость особо не берет. Пишет 14 вольт, 100% и 100 миллиампер показывает ток. В принципе, это такой ток, как удержание. Ну, посмотрим, сейчас может разойдется. Просто я с этим прибором довольно-таки часто общаюсь, и бывает, что сначала ток маленький, а потом начинает постепенно нарастать. Он там программу свою прогоняет. Давайте подождем, посмотрим. Ну, как видите, больше он заряд не принимает. Пишет, что 100% заряжено. Так что зарядку я от него отключаю.
Так, откладываем ее в сторону. Так, теперь его чуть-чуть на дальний план. Так. Ну и еще раз посмотрим, что он нам покажет теперь при измерениях. Смотрим. Ну а теперь после зарядки он пишет: замените аккумулятор. Ток даже упал. Вот такие вот, ребята, дела. Ну давайте оставим его так же, как и второй, постоит до завтра. А завтра мы попробуем еще раз подзарядить и посмотрим, чем дело кончится. Так, все. На сегодня хватит. Завтра проверим, как они себя будут чувствовать. Ну что, друзья, прошло 2 дня. Ну, давайте начнем свое повествование, наверное, с мотоциклетного аккумулятора. Как помните, в него нам удалось долить дистиллированную воду. И вошло ее туда довольно-таки много. Но, честно скажу, как было напряжение на нем в районе 12 вольт, так оно и осталось. Я его поставил на зарядку. В принципе, он зарядился. Вот, с момента зарядки прошли сутки, это для того сделал, что если вдруг какой-то есть ток саморазряда, чтобы это было видно. Ну, давайте включим тестер. Надеюсь, видно. И померяем напряжение на его клеммах. Ну, наверное, опять видно, опять такое же небольшое напряжение в районе, он показывает 11,93, то же самое, что и было до заливки дистиллированной воды. Вот, ну давайте теперь тогда померим, так сказать, пусковой ток при помощи нашего измерительного прибора. То есть, как видите, в принципе, напряжение по нижнему минимуму, потому что по-нормальному у аккумулятора должно быть порядка 12,6, 12,9 вольта, у нас всего лишь показывает 11,93. Это мало. Так, теперь подключаем наш вот этот вот измерительный прибор. Он нам позволяет оценить ток аккумулятора в режиме пуска зарядки. 12 вольт. Режим измерения. Ну, сейчас он пишет: хороший аккумулятор перезарядить. Ток в нагрузку в режиме пуска зарядки он отдал 126 ампер. Но по-любому, конечно, мотоцикл в теплую погоду у вас легко заведется. Но не дай боже, какой-нибудь легкой прохладкой или с первого раза у вас запустить его не удастся. То есть запаса у вас уже не будет. Ну ладно, это все лирика. Переходим к нашему герою основному, который мы выдвинули из зарядной станции. Итак, вот он, так сказать, наш герой. Напомню, после того, как мы его заменили в зарядной станции, у него было напряжение на клеммах 3,5 вольта. Что, так сказать, никуда не годится. Так, ну, значит, я его... Значит, смотрите, какая история с ним произошла. Как вы помните, дистиллированную воду он отказался брать. Но я туда долил сколько смог. И оставил его на сутки. Через сутки удалось совсем чуть-чуть туда долить дистиллированной воды. Наверное, в районе 10 мг в каждую банку, не больше. После этого он стал подавать признаки жизни. Причем признаки он подавал довольно-таки интересно. В первый момент включения он вообще заряд не брал. То есть подключаешь вот такое зарядное устройство. Он сразу выдает, что он заряжен, 14 вольт.
ток зарядочный равен нулю. Снимаешь клеммы, напряжение опять проседало до 3,5 вольт. Ну, короче, в этом режиме я его оставил на ночь на зарядку. И, наверное, где-то часа через два после того, как я его подключил к зарядному устройству, сначала появился маленький ток 100 мА, потом он подрос до 200, до 300, до 500 и потом поднялся до 1,5 ампера. 1,5 ампера он брал где-то в порядка, наверное, 8 часов. А потом ток стал снижаться и остановился где-то на уровне 0,2. Вот. В общем, как только он перестал зарядный ток брать, я его отключил. Он также простоял сутки, потому что тут может быть внутренний саморазряд. Ну, давайте посмотрим, что мы сейчас с вами увидим на клеммах самого аккумулятора. Значит, после зарядки он показывал в районе 13 вольт. Простояв сутки, напряжение упало до 11 вольт. Это опять ниже нормы. Ну, что поделать, это лучше, чем 3,5 вольта. Давайте попробуем подключить наш измерительный прибор и уже по нему оценить, какой ток он сможет отдать в нагрузку, так сказать. Раньше он, конечно, вообще ничего не отдавал. Ну, посмотрим, чего мы, какого результата добились спустя сутки. Ну, как видите, он показывает 11,37. Я переключать режимы не буду, в принципе. Тут нам не важно. Главное, посмотреть, какой ток он отдаст. Так, пошел пуск. Ну что ж, так сказать, это лучше, чем ничего. Он показал ток, в нагрузку он может отдать 78 ампер. Ну, для пуска зарядного устройства это, конечно, крохи. Ничего вы им запустить, скорее всего, не сможете. Вот, но, наверное, можно использовать его для каких-то других целей. Ну что, друзья, давайте подведем итог по поводу восстановления аккумуляторов при помощи дистиллированной воды. Ну, результатом, так сказать, со старым мотоциклетом, честно скажу, я разочаровался. Да, действительно, общий ток увеличился где-то на 28 ампер после того, как мы на него залили дистиллированную воду. Но, честно сказать, я ожидал большего. То есть, на какое-то время, конечно, на один сезон вы можете продлить жизнь этого такого аккумулятора, но не более того. То есть, сильно на него полагаться не стоит. Далее. Вот герой, так сказать, нашего рассказа. Что нам удалось получить на нем? А удалось нам получить на нем то, что мы смогли его худо-бедно раскачать. Если раньше он был полностью неработоспособен, на выходе было 3,5 вольта, то сейчас мы получили в районе 11,3 вольта. Но тут надо делать замеры дальше. На самом деле это очень мало, это ненормальный режим. Может быть, есть смысл провести тренинг данного аккумулятора циклами заряда-разряда, и может быть тогда он все-таки заработает. Потому что первоначально он был абсолютно мертвый. Ток заряда вообще не брал. Ну и не хотел работать. Видать, дистиллированная вода позволила немножко разрушить, видать, пленку окислую на свинцовых пластинах. И он вроде как стал подавать признаки жизни, но опять же, нужно проводить эксперимент далее, так сказать, попробовать его циклами заряда-разряда погонять несколько дней и посмотреть, что из этого получится. Вот такой результат у меня получился. Больше мне от себя добавить нечего. На самом деле в интернете полно положительных отзывов. Народ добавляя дистиллированную воду в эти необслуживаемые аккумуляторы, вроде как получает положительные эффекты, то там годами на них ездит и где-то использует.
У меня, к сожалению, из этого пока ничего не получилось. Может быть, просто у меня не те аккумуляторы, может быть, не та, так сказать, зарядка, может быть, руки не оттуда растут, я не знаю. Но в качестве эксперимента, конечно, это рекомендовать можно. Может быть, кому-то и повезет. Мне, к сожалению, не повезло. На этом все. Надеюсь, что вам это было интересно. И до новых встреч. Увидимся, друзья.